Барышском районе прошли учения по тушению лесных пожаров на территории населенных пунктов, граничащих с лесным массивом. В своеобразном экзамене перед реальной схваткой с огнем участвовали не только команды пожарной части, но и добровольные пожарные дружины. Учения проходили под контролем Главного управления МЧС по Ульяновской области. Тема предупреждения пожаров лесных, травяных, она сейчас, чем теплее погода, тем становится все более актуальней. Естественно, у нас в Ульяновской области готовиться мы начали к этому заранее. На сегодняшний день фактически уже завершается этап формирования силы средств, которые будут привлекаться к тушению как лесных пожаров, так и пожаров на полях. Условным местом происшествия был выбран участок рядом с лесом. Первыми на пожар прибыли дружинники. С помощью ранцевых огнетушителей борцы со стихией приступили к тушению огня. Вскоре подоспела пожарная команда. Ежедневно личный состав Барышского пожарно-спасательного гарнизона готовится к пожароопасному сезону. В любое время дня и ночи они готовы выехать на место происшествия. Личный состав занимается согласно распорядку дня, то есть у нас существует расписание занятий, то есть учебные занятия проводятся, практические тренировки, ну и отработка тоже пожарно-тактических занятий. У нас раз в неделю мы выезжаем на какой-нибудь объект социально значимый, то есть будто это детский дом там, или социально значимый объект, и отрабатываем действия по тушению пожаров. Новшеством этого года в борьбе с огнем станет создание в муниципальных образованиях патрульно-контрольных групп. Их работа будет заключаться в оперативном выявлении случаев возгорания и привлечении к административной ответственности виновников происшествия. Юлия Дегтярева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.